Дамы и господа, разрешите представиться, Арман Оревуар, придворный поэт короля Гастона девятого, отлично помню. Придворный художник писал мой портрет. В ту пору я был знаменитым поэтом, но слава проходит с течением лет, и сделался я знаменитым портретом. И этот портрет в музее висит. Написаны книги об этом портрете, и надпись на бронзовой раме гласит: «Портрет неизвестного в темном берете». Неизвестного. Обидно, конечно. Но ничего не поделаешь. Сейчас я вам расскажу одну интересную и назидательную историю, в которой я, так исторически сложилось, главное действующее лицо. Я, принцесса Тереза, и один совершенно необыкновенный осел. Как щедра и прихотлива природа. Каждого она награждает по-своему. Королевского осла шалунья природа одарила вовсе необыкновенной способностью превращать овес и ячмень в золотые монеты. Причем без всякой алхимии, а путем нормального пищеварения. Вся продукция осла шла в королевскую казну. Так. Да, это я. Серебряная. Серебряная. Так точно, Ваше Величество, серебряная. А в чем дело? Раньше этого никогда не случалось. Первый раз в жизни, Ваше Величество. Ты сам знаешь, что первый раз. Ну что такое, что кормить стали хуже, что ли? Никак нет, Ваше Величество. Кормят меня хорошо. Да при чем здесь вы? Я же про другого осла говорю. Осел несчастный каждый день жевал овес, жевал ячмень, ел много, но при этом мало чеканил золотых монет. Потом и серебра не стало, и даже меди тоже нет. И выгнали осла из стойла, лишили ячменя и пойла. Зима, обиженный осел добрел до леса еле-еле. В лесу бедняга новосел. И новосела волки съели. Напрасно я начал свой рассказ с этой печальной истории. Начинать надо с принцессы Терезы. С королевского пира по случаю ее рождения. Вернее, по случаю ее крестин. Крестную принцессы Терезы звали Риадой. Она была доброй волшебницей, но к волшебству прибегала только в самом крайнем случае. Здравствуйте! 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 Здравствуйте!
Кем изволите быть, бабушка? Я фея. А феи уже проходили. Две феи, молоденькие такие. Предсказали, чего там полагается, и уехали. На какую букву начинаетесь? Меня зовут Гравидана. В списке приглашенных не имеетесь. А что вы скажете, если я подарю вам на память вот по такому золотому кружочку, а? Покорнейше благодарим, ваша милость. Покорнейше благодарим вас, ваша милость. Это что же вы делаете? Деньги взяли, а пропускать не хотите? Никак, ваша милость, нельзя. Неподкупны ему, ваша милость. Ах, вот как. Ну что ж. Превращаем, значит, в отрицательное животное. Нехорошо. Приглашенные, жданные, званные, желанные. А я вот пришла, нахалка невежливая. Только вы, ваше величество, не извольте беспокоиться. Угощения мне не надо. Я с чужого стола не кушаю, опасаюсь. Позвольте, сударь. Я к вам на минуточку забежала. Куколочки вашей новорожденной свои предсказания выскажу и уйду. Принцесса будет всех прекрасней и прелестней. И будет старый млад красавицу любить. Все будет у нее, и счастье будет, если... Позвольте, почтеннейшая, позвольте. Извольте объяснить, вот вы сказали «если». А почему «если»? Что «если»? Если что? Многого хотите слишком от неприглашенных. Я приказываю вам остаться, сударыня. Если вы сказали А, извольте сказать и Б. 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 По приказанию Его Величества короля Гастона... Девятого, я помню. К волшебнице Риаде были приглашены все знаменитейшие поэты королевства. В том числе и я. Сидели и потели гении. По меньшей мере целый час. И вдруг в чудесном озарении внезапно встал один из нас. Один из нас был я. Вот она, та самая, недостающая строчка. Принцесса будет всех прекрасней и прелестней, и будет старый млад красавицу любить. Все будет у нее, и счастье будет, если... Если? 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 Что это? Что со мной? А, мадемуазель Риада. Ах, боже, как жестоко вы со мной поступили. Я сочинил гениальный, тот самый недостающий стих. Тот самый. Теперь не помню ни единого слова. Не беспокойтесь, господин Оревуар. Я помню.
И вот прошло уже 17 лет, как появилась девочка на свет. Она была малюткою грудной, когда лишилась матери родной, и крестная ей заменила мать. А вот теперь попробуйте узнать, кто эта всадница на удалом коне, на этом пламенном испанском скакуне. Что с вами? Вам плохо? Мне очень хорошо, Тереза. Принц Жак? Ради меня вы соскочили с коня и так участливо интересуетесь моим здоровьем. Но почему вы разлеглись посреди дороги? Чтобы наконец встретиться с вами наедине, Тереза. Постойте, Тереза! Мне необходимо сказать вам несколько слов с глазу на глаз, Тереза, наедине. Дело в том, что на балах вас окружает целый рой кавалеров, а мне это ужасно не нравится. А вот как? А просить свидания я не хотел. И поэтому улеглись посреди дороги. Но это был единственный выход, Тереза! Я все рассчитал. По утрам вы ежедневно совершаете прогулку верхом. Но если бы мой конь растоптал вас насмерть? Смерть не слишком дорогая цена за встречу с вами. Тереза, я люблю вас. Выходите за меня замуж. Вот так сразу? Ну, сразу нельзя. По дурацким законам нашего королевства я несовершеннолетний. Но осенью мне исполнится 21 год, и тогда... А вот тогда и поговорим. Замужество – это слишком серьезный вопрос, чтобы обсуждать его с несовершеннолетним. До осени! А что ты лаешь, Азор? Она же сказала «до осени». Скажите, крестная, вот человек сначала влюбляется, а потом глупеет? Или сначала глупеет, а потом влюбляется? А ты кого имеешь в виду? Этого сумасброда, который улегся поперек дороги? Ну вот еще. Ну вот еще, ну вот еще. Да нет. Да нет, я все думаю об отце. Ну, как ты его угораздил жениться на мачехе? Она королева. А королеве следует говорить либо хорошо, либо ничего. Либо ничего хорошего. Ну, крестная, ну ведь вы же волшебница. Ну, превратите ее во что-нибудь. Нет, не обязательно в какую-нибудь гадость. Можно даже во что-нибудь очень миленькое. Ну, например, в капельку утренней росы. Чтобы к полудню она уже испарилась. И в хрустальный шарик. И пусть он себе катится, 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 катится. Ну, превратите, ну что вам стоит? Ах ты, злюка какая. Нет, моя девочка. Волшебство следует применять только в самом крайнем случае. Ну, так она и есть самый крайний случай. Подождите, Ваше Величество. Ну, что? Ну, Ваше Величество, ну, как же вам не стыдно? Ну, как же вам не стыдно, Ваше Величество? Ну, что, что обожаю? Ну, ведь предки же с одной стороны, и потомки же с другой стороны. Они же требуют. Ну, что они все требуют? Ну, что такое? Ну, почему вы меня совершенно не слушаете? Я вас не слушаю. Ну, не слушаете? Обожаемая, ну, как это я могу вас не слушать? Хотите повторить? Ну? Предки с одной стороны, потомки с другой стороны, пожалуйста. Ну, что вы повторяете, как попугай, ничего не соображая? Ну, как же не соображаю? Ну, не соображаю. Ну, предки – это люди, которых уже нет. А потомки – это люди, которых тоже пока, в общем, нет. И они вот так вместе все требуют. Ваше Величество, по-моему, вы просто глупеете с каждым днем. Ваши потомки и ваши предки требуют от вас великих подвигов. Не надо. Не надо. Все порядочные монархи остались в памяти человечества с какими-нибудь прекрасными прозвищами. Ну, например,
Леопольд жестокий, Филипп беспощадный, Арнольд кровавый. А вы хотите остаться в памяти человечества под номером? Гастон девятый? Гастон девятый и все? Девятый и все? Ну, а что еще? Ну, хорошо, а кто же я тогда? Я, ваша жена, ваша супруга. Да. Ваша единственная половина. Обожаемая, кто? Обожаемая. Кто я тогда? Половина кого? Половина девятого? Не женщина, а который час? Гаужетта! Гаужетта! Боже мой, боже мой! За что, обожаемая? Ваше Величество, вы тряпка, лишенная понятия королевской чести. Вы даже пощечины принимаете как должное. Вы знаете, что такое пощечина? Оплеуха. Боже мой, как же это ужасно. Как же это ужасно быть женой короля, который получает оплеухи. Да нет, разве способны такое понять? Ну, а вы объясните попонятнее, я все пойму. Ваше королевское величество, я не хочу быть половиной девятого. Я хочу быть половиной Гастона Завоевателя. Ради бога, обожаемый, ради бога. Что я для этого должен сотворить? Завоевать весь мир. Сейчас. Первая аудия. За Гастона Завоевателя! Ау! Ау! Батарея! Огонь! Отступают! Отступают! Батарея! Огонь! Мы воюем, пусть не дуем, им бегут от нас враги. А, ну перестыла девчонка! Вы меня звали, папочка? Звал, доченька. Звал и по очень важному делу. Отставить! Поиграть с вами, солдатики. Дурочка. Разве я играю? Я готовлю грядущую победу, которую ждет от меня моя историческая миссия. А вы скажите своей исторической миссии, чтобы она не совала нос не в свои дела. Не смей, не смей так говорить. Краю Горжета открыл мне глаза. Лучше скажите, закрыла. Почему закрыл? Что же, слепой, по-твоему? Нет, девочка моя, очень хорошо все вижу. Да, но только ее глазами, папочка. Не смей, я сказал, не смей так говорить. Да, действительно, королева Горжета считает, что я должен завоевать весь мир. Ну, зачем? Ну, зачем, девочка моя? По разным причинам. А ты представляешь, как люди будут довольны, если их всех завоюю? О, Господи. Может, сомневаешься? Завоюю, обязательно завоюю. Только вот для окончательной победы мне кое-что не достает там. По части обоза. Вообще вся военная наука, девочка, зиждется на трех основных правилах. Первое правило. Чтобы войско было непобедимо, кормить солдата необходимо. Это первое правило. Второе правило. Для победы в бранных спорах пушкам очень нужен порох. И, наконец, третье, последнее правило. Чтобы не смеялись супостаты в штаны... Чтобы не смеялись супостаты в штанах. Нуждаются солдаты. Короче говоря, для победы деньги нужны, а у меня их нет. Понимаешь, раньше нас золотоносный осел выручал. А сейчас иссяк. Нет у нас осла. И теперь вся надежда на тебя, доченька. На меня? Да.
Ну, а я-то вам где деньги достану? Достанешь, достанешь. У короля Эвстигнея великолепного. У него в казне сундуки ломятся, и влюблен он в тебя по уши. Папочка, неужели вы хотите, чтобы я вышла замуж за этого безобразного старика? Ну, я же его терпеть не могу. Ну, не в любви же счастье, доченька моя. Ну, вот я люблю, обожаю твою мачеху. Люблю просто до безумия. Что же, счастлив, что ли? Посмотри на меня. Посмотри внимательно. Похож я на счастливого человека. Но у меня есть мой долг, моя миссия, и она диктует мне. Да, она диктует вам. Но, и вы совсем уже... Но, что такое? Я требую, чтобы ты вышла за короля Эвстигнея. И имей в виду, это не каприз, это не прихоть, а военная необходимость. Ах, вот как. А если не послушаешь, не подчинишься, так и знай, упеку в монастырь с самого строгого режима. Вот я и приехал, Тереза. Сегодня день моего рождения. Наконец-то я совершеннолетний, понимаете? Совершеннолетний. Вы даже какой-то совершенно весенний. А вы какая-то совершенно зимняя. Что-нибудь случилось, Тереза? Нет, Джек. Нет, ничего не случилось. Я очень рада, что вы приехали. Я... Но... Как же я мог не приехать, Тереза? Я люблю вас. Я все время думала о вас, Тереза. Я так ждал этой встречи. Встаньте, Жак. Значит, вы говорите, что вы действительно меня любите? Ну, конечно, люблю. Тогда я могу вас обрадовать. Я выхожу замуж. Как замуж? За кого замуж? За короля Эвстигнея Великолепного. Но он же отвратительный старик, ты. Ну и что? Зато у меня будет все, слава, почет, богатство. А не ваше бедненькое королевство. И потом, не такой уж он старый. Он прямо держится. Ну и вообще. И не смотрите на меня так. Ведь вы же радоваться должны, если вы действительно любите меня по-настоящему. Я вас по-настоящему любил. Попытаюсь разлюбить. Тоже по-настоящему. Понимаешь, Азор, чем хуже он будет обо мне думать, тем лучше. Тем он скорее меня забудет. Thank you.
тогда, возможно, подумать, что это не свадьба, а похороны. Вот именно. Посмотрите на них. Отвратительнейший старик и молоденькая красавица. Да почему красавица? Ваше Величество, вы заблуждаетесь. Если вы хотите знать, у вашей дочери вполне заурядная внешность. Ослепительно заурядная. Король Евстигней великолепный. Да. По собственной ли воле и без принуждения хочешь заключить брак с присутствующей здесь принцессой Терезой? Да. Принцесса Тереза, по собственной ли воле и без принуждения хочешь вступить в брак с присутствующим здесь королем Евстигнеем Великолепным? Делайте свое дело, святой отец, и не задавайте ненужных вопросов. Простите, ваше высочество, но по обряду венчания священнослужитель не может... Не может! Ну и не надо! Тереза! Ваше Величество, не беспокойтесь, успокойтесь, Ваше Величество. Коня мне немедленно! Коня немедленно! Сами виноваты! Я сам догоню! Ну, быстрее, быстрее! Много лет тому назад мудрая Риада повесила в своей комнате шкуру несчастного осла, чтобы она напоминала вечно, как мало жалости у нас, как человек бесчеловечно к ослам относится подчас. И не к одним ослам, конечно. Крестная! Крестная! Боже мой, Тереза, что случилось? Я убежала из-под венца! Я убежала! Тереза, подожди, послушай! Ты хоть понимаешь, что ты натворила? Ну, конечно, понимаю! Но я только знаю, что я никогда в жизни еще не была так счастлива! Никогда! Никогда! Мерзавцы! Негодяи! Мерзавцы! Негодяи! Пожалуйста. Ну что ж, другого выхода у нас нет. Придется тебе бежать отсюда, бежать как можно скорее и как можно дальше. Раз. Возьми эту волшебную воду, намочи волосы и тщательно протри лицо. Два. Три. Четыре. Забирай все это. Иди переодеваться. Быстрее. Быстрее. Что случилось? Ваше Величество. Где Тереза? Вы куда ее спрятали, а? Обыскать. Быстрее, быстрее. Не трогайте меня! Не трогайте, я вам говорю! Пустите! Это что еще за чудище? А это бродяжка одна бездомная. Хочу ее помыть, покормить. Пускай помогает по хозяйству. Ну что ж, господа, здесь принцессы нет. Наверное, прячется в какой-нибудь конюшне или сарае. За мной! За мной, господа!
голубушка, ну не бойся, ну не бойся. Ну, не бойся, голубушка. Ой. Ну-ка, скажи мне, куда вы спрятали принцессу? Ей-богу, не знаю. Куда вы спрятали принцессу? Не знаю, ваше превосходительство. О! Величество! Не превосходительство, а величество. Ой. Но думается мне, ваше величество, что она где-то здесь поблизости. Не иначе, как ее в подвал запихнули. Где? Мадам? Разрешите доложить? Нам? Лично мной обнаружена дубовая бочка, ваше величество. Какая бочка? Дубовая бочка, издающая женские звуки. Как? Какие женские звуки? Какая бочка? Так точно, ваше величество. Женские звуки? Да-да. Полагаю, что вашу августейшую дочку спрятали в эту дубовую бочку. Что такое? Почему в стихах рапортуете? Никак нет, ваше величество. Это не стихи, это созвучное расположение фактов. Ну, где это ваша бочка? Женские звуки. Уходи отсюда. Прошу вас. Пшел вон отсюда. Вы свободны, свободны. И запомни, никаких женских звуков ты не слышал и никакой бочки не видел. Так точно, ваше величество, не видел и не слышал. Таразочка, это я твой папа. Это очень хорошо, что ты там, сиди там, только пока мы не уйдем, только тихо. Дорогая моя девочка, ну что ты натворила? Тебе мачеха этого никогда не простит, она добрая женщина, ну характер у нее беспощадный. Кожетта, это вы? Да, это я. Дай-ка мне свою лапку, девочка. Ой, какое колечко. А оно волшебное, да? Не очень. Но когда тебе станет слишком тоскливо, нажми покрепче на камушек. Колечко поможет тебе не забывать прошлое, мириться с настоящим и не бояться будущего. Иди сюда. Не бойся, нажимай, покрепче. А теперь тебе пора уходить, девочка. А то еще, не дай бог, нагрянет кто-нибудь. Нажми колечко. Ну, выше голову. Ничего, береги колечко. И запомни, что волшебство следует применять только в самом крайнем случае. Угу. Да, конечно, это не соболиная шуба. И не горностаевая мантия. Но все-таки не слишком плохая защита от зимней стужи и осенних дождей. Мне почему-то кажется, девочка, что шкура этого несчастного осла в конце концов принесет тебе счастье. Ой. Что с вами, крестная? Да нет, ничего, прошло. Болезнь пожилых людей, сердечная недостаточность. А вам, молодым, грозит совсем другая болезнь, недостаточная сердечность.
Постарайся не заразиться ею, девочка. Я постараюсь, крестная. Я постараюсь. Пойдем. Ну, иди. Иди. Бабушка! Остановитесь! Остановитесь же! Осторожно. Осторожно. По приказу Его Величества, короля Гастона IX, принцессу Терезу искали по всему королевству. Пропала принцесса! 500 золотых! Пойдемте, бабушка. Пойдемте. Пойдемте же. 500 золотых. Такие деньги! Спасибо тебе, внучка. Выручила старушку убогую. Да ну что вы, бабушка. А теперь мне тут рядом. Сама доберусь. Ну что ж, давай на прощание познакомимся. Какая ты есть. О, да ты никак красавица. Да ну что вы, бабушка, я самая что ни на есть уродина. Вот если бы поглядеть на меня могли. Да зачем мне глядеть, глаза кому хочешь можно отвести. А вот пальцы мои не обманешь. Они у меня зоркие. Ну, прощай. А это что у тебя? Палец занозило, болит очень. А, да мы его сейчас вылечим. А это что у тебя? Не как колечко. Золотое? И камушек, наверное, драгоценный. Откуда ты его взяла? Я украла его. Ай-яй-яй-яй-яй. Да зачем же вы наговариваете на себя, ваша милость? А еще принцесса, королевская дочка. Неправда. Кто это вам сказал? Сама догадалась. А какие деньги громадные за тебя обещаны? Бабушка, да неужели вы меня за 500 золотых продадите? Ну а как же? И сама обогащусь, и тебя, ваша милость, спасу. Помрете вы, ваша милость, от нашей жизни. А дома-то во дворце. Чем тебе плохо? У короля прощения попросишь. У королевы ручку поцелуешь. Да никогда, слышите? Никогда! Thank you.
Приехали. Сейчас я предложу вашему вниманию необыкновенное зрелище. Пир нищих, бал бездомных бродяг. Хозяин этого почтенного заведения сам когда-то бродяжничал. И каким-то образом разбогател. И что же? И в память о своем прошлом ежегодно вот для этой публики устраивает бесплатный пир. Браво! Почему вы не танцуете, мадемуазель Ослиная Шкура? Или вас очаровательные пугало никто не приглашает? В таком случае разрешите ангажировать следующий ваш танец. Смотрите, какая недотрога! Вы не ушиблись? Что с вами? Нет уж, простите, это мой кавалер. Ну, хватит сидеть. Пошли, потанцуем. Идите, идите. Это будет прелестная картинка. Музыканты, играйте. Смотри. Ай да Ослиная Шкура! Такую особу на место поставила. Не поставила, а посадила. Не на место, в грязную лужу. А ему в грязной луже и место. Молодец, девчонка, знай наших. Тихо! А ну встань. Встань, встань. Давай котомку. Зачем это? Давай котомку. Ты мне брось овечкой прикидываться. Цыть! А? Это не мой. Это не мой, честное слово. Собирайся. Куда? Куда надо. Пошли. Нет, нет, нет. Пошли. Но я же не виновата. Да иди, тебе говорю. Я не виновата. Это не ее. Это не мой кошелек. Ну? Нет. Ведь это не ее кошелек. Молчать. Но... Ну? Куда вы ее ведете? Не твое дело. Ой. О, мадмуазель Ослиная Шкура. Пошел. Пошевеливайся.
Господи! Кого я вижу? Габриэль Сюсю! Дружище! Что? Я думал, тебя нет в живых. Сказывают, что кого-то с пьяну убил, объелся на поминках и умер от угрызения совести. А ты жив, живехонек, а? Ты ли это, а? Даже в жандармы подался. Дружочек ты мой, дай я тебя расцелую. Обознался. Болван. Фу. Убежала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прошу. Какая прелесть. Да, славненькая. Это ожерелье мне господин Бурабо подарил на день рождения. О! У вас прекрасный муж. Да? Да. И с вами такая симпатичная женщина. Удивительно подходящая пара. Ну, не совсем. Вы знаете, я по натуре очень ревнива. А господин Бурабо, он очень увлекающаяся натура. Вы знаете, он влюбляется, ну, прям во всех подряд. И как так сразу, стремглав? Что вы говорите? А, то, что вы слышите, дорогая моя. И знаете, у меня даже горничной нет. Я сама должна убирать все эти комнаты. Осторожно! Осторожно! Идите по дорожке! Снимайте сапоги! Снимайте сапоги! Туда! Туда, туда, туда! Осторожно! Так, 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 так! Осторожно! Осторожно! К стенке, к стенке, к стенке! Так! Это ваш новый старинный шкаф? Да. Какая прелесть! Ну, очень дорогой. Сколько? 1000. С ума сойти! А что здесь такого особенного? Мы можем себе это позволить. Ведь вы же знаете, что мой муж видный разбойник. Ку-ку! Молодцы. Сигнал усвоили. А теперь, значит, так, голубчики, душегубчики. Я залезаю на дерево и что делаю? Высматриваете подходящего человека. А что значит подходящего? С него можно получить выкуп. И дальше? Подходящий человек появляется на поляне и наблюдает за зелеными елочками. И? А затем вы подаете вторичный сигнал. Ку-ку. Мы все поворачиваемся, громко кричим. Раз, стоп! Не видишь?
Ладно, елочки вы мои зеленые, головки забубенные. Идиоты клеймённые. Ничего не поделаешь, ошибочка вышла. Можно сказать, человек и природа. Так что команду приходится переменить. Тут коровы не проходили? Никак нет, господин Бурабо. Слушай, новый сигнал. Сударыня, простите меня, ради бога. Я... Меня один негодяй в этот шкаф запер. Он меня ни за что погубить хотел. А потом шкаф на ключ закрыли. Девушка. Мне тебя сам Бог послал. Будешь у меня убирать комнаты? Спасибо. Спасибо вам, сударыня. Фу. Иди. Давай, тащи его. Пошел. Голубчики вы мои. Все картины тряпками завешены. Это не картины, это коллекция. 16 век. Итальянское вырождение. Очень мне надо, чтобы по всему городу ходили слухи, что у мадам Бурабо весь 16 век мухи засидели. Правда, ваша сударыня. Действительно так. Ведь мухам им же не объяснишь. А это что еще за горшок? Это бесценная редкость. Работа знаменитого грека Полимидора Пирийского. Вот, видишь, здесь на донышке собственноручная подпись. Эту вазу сделал я, древний грек Полимидор Пирийский. В 5 веке до Рождества Христова. Обыкновенный горшок, сударыня. Нет, это амфора. Обыкновенный глиняный горшок с базара. А я говорю тебе амфора. Горшок, неужели вы не видите? Амфора, говорят тебе. Горшок, говорю я вам. Обманули вас, вот и все. Это что ж получается? Это значит, ты умная, а я что, дура, да? Все может быть, сударыня. Что? Ах ты! Да как вы смеете? Мерзавка! Азур? Азур! А что ты здесь делаешь, Азур? Где твой хозяин? Подожди. О, дева чистой красоты, моя мечта мечты. Волшебно хороша душа. Пом 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 п
Здравствуй, пленник. Здравствуй, пленник. Здравствуй, пленник! Здравствуй, пленник, черт тебя подери! Молчишь? Эх, пленник, пленник, ты пойми, пленник, я ведь не беседовать с тобой пришел. Мне выкуп нужен, а я не знаю, кто ты такой. Ну, скажи, кто ты есть? Молчишь? Так вот, имей в виду, пленник. Завтра я уже не здороваться, а прощаться приду. И ты не надейся. Убивать я тебя буду не сразу, а в порядке постепенности. Угу. Завтра одно ухо отрежу, на другой день другое ухо, на третий день третье. Фу. Молчишь. Бесчувственный ты человек, пленник. Выходи. Стрелять буду. Кто ты? Никто. Я та недоступная взору царица, царица волшебного царства мечты. Закрой глаза, Бурабо. Сиди неподвижно и считай до 10. Иначе ты никогда уже больше меня не увидишь. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Спасибо тебе, добрый Аист. Да не бойся, не тронет она тебя. Скажи, заморашка, а кроме тебя здесь никого не было? А кого тебе еще надо? Слушай, а тебя как зовут? Кто как хочет, так и зовет. Кто ослиной шкурой, а кто чучелом. А тебе-то что? Ты понимаешь, только что на этом самом месте стояла прекрасная девушка. И я, сударь, кроме меня тут никого больше не было. Это вам верно, сударь, померещилось. Да. Странно. Да. Странно. Скажи, пожалуйста, человек среди бела дня наяву всякие красавицы снятся. Знакомая она, что ли, ваша? Знакомая. Влюбленный ты в нее, что ли, сударь? Был влюбленный. Был-был, и теперь не забыл, а? Не забыл. К несчастью. Это как же понять? Стало быть, ты ее любила, а она тебя нет? Так, что ли? Да выходит, что так. Видать, крепко она тебя обидела, сударь. Крепко. А ведь она сама. Она сама мне обещала, понимаешь? Ну да чего она тебе обещала? И ничего она тебе вовсе не обещала. Да ты что? Откуда? Откуда ты знаешь? А вы сами только что говорили. Да ничего я тебе не говорил. А вы, сударь, не спорьте. Вы не спорьте. Ежели человек не в себе, ежели ему наяву всякие красавицы снятся. Как это он может знать, чего говорил, а чего не говорил? А? Ну, может быть. Странно. А вы эту свою красавицу? Вы ее по-прежнему любите? Нет. Я ее забыл. Почти. Я теперь вовсе даже другую девушку полюбил. Почти. Это какую же другую? Тебе-то не все равно, ослиная шкура. Мне-то все равно. Любите кого хотите и женитесь на ком хотите. Хоть на черепахе. Да ты что? Ничего. Невеста его обидела. Подумаешь. Да нет у меня никакой невесты. Я теперь должен жениться на девушке, которая спасла меня от смерти. А кто же она такая? Не знаю. Я знаю только, что на пальце у нее был перстень с изумрудом. Прощай, ослиная шкура. Пошли, Азот. Ну как, господа мудрецы, что вы можете мне посоветовать? Ничего, ваше высочество. Какие же вы мудрецы? Мы очень хорошие мудрецы, ваше высочество, но... И вот именно поэтому мы ничего не можем вам посоветовать. Ну а кто же может? Дураки, ваше высочество. Дураки очень любят по любому поводу давать мудрые советы. Это очень мудрое наблюдение. Что случилось?
Покажи, Азор, что ты мне принес. Сейчас посмотрим. Иди сюда. Это мне. Так. Кольцо. Кольцо? Кольцо. Кольцо? Принц Жак вернулся к себе во дворец с твердым решением жениться на обладательнице руки с изумрудным колечком. Но как ее найти? Прошу внимания! Прошу внимания! Напоминаю, к вступлению в брак с его высочеством принцем Жаком подлежат все лица женского пола. В том исключительном случае, если после примерки кольца, именуемого в дальнейшем перстень, безымянный палец лица женского пола беспрепятственно проникнет в оправу перстня, именуемого в дальнейшем кольцо. Прошу вас не толкаться. Пусть каждый из вас спокойно возьмет из шляпы свой жребий. Жребий в прямом и переносном смысле. Так. Я первая! Так. У меня единица! Ну, так. Вполне достойная оценка. Так. Так. Прошу вас. Так. Так. Что за скандал? Невесты волнуются. Не мешайте работать! Не мешайте работать! Соблюдайте тишину! Встаньте в очередь! Королева красоты! Пугало! Ну и пугало! А вам что здесь нужно, красавица? За принца замуж хочу! Первый номер, прошу. Ну и ручка. Следующее. 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 Ну, пустите, пожалуйста, у меня 21 номер. Нет, я не лезу без очереди. Ну, пустите. Пустите, бабушка. Я не бабушка, я невеста. Тихо! Тихо! Успокойтесь, пожалуйста. Я сейчас все выясню. Простите меня, ваше высочество. Считай своим долгом предупредить. 21 номер это, извините, черт знает что. Черт знает что, ваше высочество. Неряха. Грязнуха. Нищенка. Уродлива. Прикажите ее к примерке не допускать. Ступайте. Я женюсь на той, которой этот перстень будет впору. Женюсь, какой бы она ни была, как бы ни выглядела. Ступайте, ступайте. Мне все равно. 21-й, пожалуйста. Ваше высочество, откажитесь, пока не поздно. Ваше высочество, откажитесь от необдуманного решения. Это же ужас. Ваше высочество, нет. Ты? Это я. Но если вам, конечно, не хочется на мне жениться, то и не надо.
Я еще молодая. Другого себе найду. Но это ты бросила мне ключ от темницы. Значит, это ты спасла меня от смерти. Я и еще одна там девушка. Вместе спасали. Вместе с кем? С кем вместе? С кем? А вот с этой. Тереза. Жак. Тереза. Я знаю, я очень виновата перед вами. И действительно, вы можете быть на меня обижены. Но теперь вам все-таки придется жениться на мне, принц Жак. Если, конечно, слово вашего высочества хоть что-то значит. Ведь я теперь не просто принцесса Тереза, а я теперь то лицо женского пола, именуемое впоследствии супругой вашего высочества. А как же... Все очень просто, Жак. Неужели вы никогда не читали волшебных сказок? Нет, но я читал. Тогда поцелуйте меня. Вот сюда. Ну вот, собственно, и все. Потом была свадьба. На свадьбу приехали все. И король Гастон, девятый, со своей горжетой, и волшебница Риада. Не приехали только Евстигней Великолепный и старая обиженная фея. Уважаемые дамы и господа, я же забыл самое главное. Недосказанные предсказания старой феи. Ну, таинственное «если». Если! Погодите, остановитесь, пожалуйста. Я вспомнил. Я воссоздал, господа. Это моя самая замечательная строчка. Остановитесь. Ну, постойте хоть одну минуточку. Что вам стоит, в конце концов? Спасибо. Принцесса будет всех прекрасней и прелестней, и будет старый млад. Красавицу любить, все будет у нее, и счастье будет, если сумеет и в беде достойной счастья быть. Прекрасная строка, не правда ли? Обратите внимание, достойной счастья быть. А теперь, дамы и господа, простите, время истекло.